Всем привет, бродяги! С вами я, Сталкер Баннерщик, и я продолжаю выживать в Next Day. Нахожусь я в поселении нейтралов и прохожу квесты, чтобы стать нейтралом. В предыдущей ходке я немного не добежал до базы, но я и не умер. Поэтому текущее задание крысы, оно выполнено. Я убил трех предателей, и нужно отчитаться Михаилу Ивановичу. Давайте подойдем и отчитаемся. Ну, конечно, нужно ствол сначала убрать. Уже принес? Да ладно, шучу. Вижу, опыта боевого у тебя есть. Будешь, наконец, нейтралом. Еще немного поработаешь на меня и будешь. Отдыхай пока. Так, выполнено задание крысы. Это было второе задание. Доступно задание в тумане. Давайте поговорим. Я не знаю, кто тут виноват, и разбираться не хочу, но одного крысеныша мы все-таки упустили. Черт бы его побрал. У меня везде глаза и уши. За самым дальним кустом... В этом пропащем мире по нужде присядешь, мне будет известно. Так вот, короче, один спрятался, отсиживается в зараженной зоне возле депо в Березках. Уже догадался, что за ним скоро придут? Вот и иди доделывай, что начал. Да смотри, ему терять уже нечего, а тебе есть. Голову включай и отправляйся, пока он еще куда не сбежал. Так и знал, что кого-то не добил. Так и знал. Итак, задание в тумане. Давайте посмотрим. Найти и уничтожить предателя. Еще один остался. Не всех я добил. А давайте посмотрим, что у меня с собой. Полная экипировка, как обычно. Защитный костюм. Противогаз от токсичного тумана. СВДшка и неизвестный АК. Плюс отвертка, плюс канистра с бензином. Плюс аккумулятор. Ну и все остальное, все, что необходимо. Мне нужно найти автомобиль. А сейчас сбегаем в Квашино. Да. А если там стоит автомобиль, хорошо. Да, куда он денется? Конечно, он там стоит. Правда, неизвестно какой. Будем надеяться, что АК. Да, бегу я в Квашино. Так как все-таки ездить в депо намного лучше, чем ходить пешком. Недобитый предатель один остался. Ладно. Но зато выполню все эти квесты, я стану нейтралом. Будет интересно опять убить кого-нибудь первый раз. То есть я могу уже выбирать, кого убивать. Мирного. Стану мирным. Убить этого бандита, мародера. Стану... Блин, перепутал, короче. То есть убью мародера, стану мирным. Убью мирного, стану мародером. Да, вот так вот. Немножко запутался я. Идем в Квашино. Сколько у нас там времени? 14 часов. 2 часа дня. Нормально. А, ну да. Все верно. Единственное, что я вот поесть, наверное, не взял себе. Да, поесть не взял, но я взял спички. А когда у тебя есть спички и отвертка, еда сама к тебе придет. Давайте один кусок мяса. Хотя место есть. Да, место есть. Можно и парочку кусков мяса раздобыть. Еда лишней не будет. Так, достаем. Один кусок. И разделываем второй. А пытался убить зайца, пока бежал. Но зайцы такие шустрые. В итоге не получилось с него попасть. Сейчас будем как раз там. Если будет заяц, ну, заяц или кролик, не знаю, кто это там. Попробуем СВДшкой убить его. Хочу посмотреть, сколько там кусков мяса. Но в этом все-таки зайцев, кролики. Скорее всего, один, но интересно. Интересно будет его убить. Для начала, конечно, надо машину посмотреть, будет ли там машина. Не хочу пешком ходить. Пешком долго. А тем более здесь туда-сюда придется ходить. Сейчас я гляну, есть ли там что-нибудь. Издалека пока не вижу. О, АК стоит. Ну, это вообще замечательно. Вторая ходка, и мне везет. Канистру я с собой с бензином взял, так как здесь не так уж часто бывают заправленные машины. Да, они бывают с ключами, со всем остальным барахлом. Но на бензина не всегда бывает достаточно.
Поэтому я взял с собой канистру на всякий случай. Так, а тут у нас что? О! Набор инструментов. Недостаточно места. Почему? А, ну да, места реально недостаточно. Чисто не по весу, а именно по слотам. Но зато с таким рюкзаком я могу тяжелые вещи таскать. О, тут еще один рюкзак. О, тут все прям есть. Все необходимое. Отвертка у меня тоже есть. А, свечи зажигания лишние. А что с бензином? 3 литра. Ну, как я и думал. А давайте заправим автомобиль. 3 литра плюс 10. 15. 15 литров достаточно будет для АКИ. Заправляем понемногу. Так, что у нас? А канистру скинем и свечи зажигания тоже скинем. А надо забрать ремнабор. Штука дорогая. Лишнее не будет. Ну что, я полностью готов. Поедем в депо, посмотрим, что там у нас. Кто-то остался. Ну, с каким... В принципе, легко было завалить предыдущих трех. А тут один. Но я так понимаю, он где-то прячется или хорошо экипирован и прячется вдобавок. Поэтому не зря мне предупреждал сталкер. Будь аккуратен, ему терять нечего. Надо будет действительно быть аккуратным. А вот поехали прям по прямой. Если он там один, терять ему действительно нечего. И скорее всего, может быть, тоже с СВДшкой будет. Поэтому торопиться не стоит. Мы сейчас доедем, сначала посмотрим издалека что да как, а там уже решим. Словить пулю неохота, так как линейка квестов, скорее всего, прервется, и придется все эти квесты проходить снова. А да, конечно, я уже знаю, что меня ждет, но все же хотелось бы с первого раза все пройти. Так же интереснее, согласитесь. Едем прямо напрямки. Ну а что? Нормально. Вертолет. Вертолет гуманитарка. Так, стоп, давайте глянем, где ее сбросили. О! На базе, что ли? Мародеров. Вон он падает, смотрите. Не мешает. Так, я сейчас обратил, у меня запись стояла на паузе. И я не помню, с какого момента стоит пауза. Неужели этот эпичный момент с тем, как я убил предателя, не записался? Вот, кстати, не знаю, не знаю. Да, сейчас обратил внимание, что стоит на паузе. Я, наверное, делал скриншот и в этот момент нечаянно поставил паузу. Если это так, то печально. Поэтому давайте вернемся к тому месту, где я убил, а вернее задавил этого предателя. Если это не попало на видео, мы просто покажем это место. Блин, как же я так не обратил внимания-то, ё-моё. Но я не знаю, честно, с какого момента стоит пауза. Я потом пересмотрю, если уж полностью квест не записался. То пройдем его еще раз. Правильно? Не вопрос. Ладно, а сейчас едем к тому месту, где мы задавили. Да. Задавили. Именно задавили машиной последнего мародера. Его труп, кстати, там еще как раз и валяется. Уже облутанный. Вот он. Вот он, его труп. Тут я его и задавил. Все, квест у меня пройден. Он всего лишь тут один был. Давайте посмотрим. Давайте выйдем сначала. А теперь нужно вернуться к Михаилу Ивановичу. Да. Как-то вот так вот. Погнали на дорогу, выйдем. И поедем сразу.
Какой дороги? Не знаю, может быть срезать? Все-таки на Акета быстрее будет срезать, чем ездить по дороге. О, ну пока едем. Пока дорога та, которая мне нужна. А не доезжая до мародеров, мы срежем, конечно, все это дело. Да, я думаю, вот здесь пора срезать. Как раз наискосок мимо базы военных проедем, ну, мимо бункера. А-65, вернее, мимо входа в этот бункер. Так, а тут уже густой лес. Ну ничего, мы прорвемся. Ака прям создан для того, чтобы путешествовать именно между деревьев. Ух ты, надо немножко скорректировать курс. Еще скорректируем, да. Сейчас на дорогу выйдем. Блин, выйдем. И врезался в дерево. Так, так, так. Ну, поехали вот по этой дороге, да. Хорош петлять уже. С какой стороны тут у нас есть объезд. Да, Ака проскользнет в дырке забора. И даже здесь мы проедем. Проедем, но... Ага, почти проехал, почти. Но это мелочи. Сейчас развернемся. Блин, мы развернемся или нет? Да, ё-моё, сталкер. Не получилось проскользнуть. Нет, я проеду все-таки здесь. Да, проехал. Ну, а здесь мы срежем вот примерно вот так вот. Эх, немножко неправильно. Вот, вот теперь нормально будет. И напрямки к нейтралам рванем. О, по прямой. Да, отлично. Посмотрим, какое будет следующее задание. Мне так кажется, еще пару-тройку заданий, и я стану нейтралом. Жду, не дождусь этого мгновения. Ну все. Я в поселении нейтралов. Стопэ. Что у нас тут-то? О, много нужного и полезного. Ну, давайте сначала подойдем к сталкеру, поговорим с ним. Мне интересно просто, какое будет следующее задание. Ну вот и все. С этим покончено. Зла в наших краях меньше не стало, но хоть возмездие еще не пустой звук. Жаль, что склад уже не вернуть. Ты хорошо поработал, умело. Отдохни пока, еще дело будет. Заберем награду. Выполнил я третье задание в тумане. О, доступно задание по-настоящему деликатная работа. Бабушку через дорогу перевести? Ну, давайте посмотрим, что же там по-настоящему за деликатная работа. Один кусок мяса кинем. Одну аптечку. Так вот примерно. Да, а я сейчас приготовлю мясо. Перетаскаю весь шмот. И поговорим уже со сталкером. А пока можно отдохнуть, погреться около костра. До сих пор портянки чьи-то сушатся, носки грязные, да. О, сталкер пришел какой-то.
Вот, можно и перекусить. Я как раз проголодался немного. Давайте поговорим. По-настоящему деликатная работа. Ладно, дружище, это будет твое последнее серьезное задание для очищения репутации. Военные мне кое-что должны, но память у них коротка. Надо будет им ее освежить. Иди в Литвиновку. Там военные решили продать кому-то причитающегося мне Гаусса. Надеюсь, ты успеешь до подхода покупателя и заберешь мою пушку. Военные меня не интересуют. Можешь с ними делать, что хочешь. А вот у покупателя, чтобы ни один волос с головы не упал. Балаклаву надень, не светись. И помалкивай. Если что, я тебя никуда не посылал. А сделаешь, считай, что нейтрал. Почти нейтрал. Ага, балаклаву надеть. А чё, противогаз не катит? А, прикинь. Принять. Так, значит, военных валить, покупателей не трогать. Балаклаву. А у меня нету. Давайте купим тогда. Ну где они тут-то? Балаклава черная, балаклава черная. Хотел зеленую, но их нету. Ладно, давайте купим. А стоит она нехило. А чем отличаются? Тут с артом, это без арта. Ну, давайте вот купим, которые без арта. Ладно, не вопрос. Оденем. Нелепо я, конечно, буду смотреться. Ну, давайте по такому случаю снимем и химкостюм. Ну, да, давайте так и сделаем. Вот. Теперь хоть я более-менее выгляжу нормально в балаклаве, но закрытый. Итак, давайте доберемся. Литвиновка. Найти в Литвиновке лагерь военных и уничтожить. Остальных вокруг не трогать. Забрать пушку Гаусса. Сейчас мы им дадим прикурить. Но для начала, конечно, нужно скинуть шмот. Да, давайте скинем шмот. Я думаю, вот так вот можно будет. Потом все это продадим. Сейчас нам не до торговли. Просто скинем кладовщику и рванем в Литвиновку. Ну сколько? По идее там трое-четверо, думаю, военных будет. Попробую с СВД их перестрелять. Остальных сказали не трогать. Ладно, не вопрос. Надеюсь, я их визуально отличу. Будем надеяться. Так, все. Патронов. А, ну да, я же часть скинул. Задача не светиться, помалкивать и убить военных. Ну, как обычно. Так, пару аптек, один бинт у меня есть, и я надеюсь, этого хватит. Поехали. Вау! Не, ну сталкер, хорош, наверное, машину ломать уже. Сильно угробил, давайте посмотрим. Так себе. Бензин. Бензин 8 литров. Хватит мне? Будем надеяться, мне хватит на необходимые вот 8. Да, думаю, хватит. 8 литров этого достаточно.
как бы нам поехать лучше в Литвиновку? Да, давайте по дороге поедем. Надеюсь, там токсичного тумана не будет. А то мне ни противогаза, ни химзы. Но я не взял. А вдруг меня убьют? По крайней мере, не потеряю. Рисковать не стал. Ну, если сказали быть скрытным, оделся как обычный сталкер. А то в химзе я не особо на сталкера похож. Больше на ученого смахиваю. Ладно, едем дальше. Так, да, по этой дороге и поедем. А там срежем. Машину бросим где-нибудь. И пешком прогуляемся. Ой, я вот где поехал. Ну, можно и здесь, в принципе. Да. О, как раз мы сейчас на дорогу выйдем. Собачка. Попробуй, догони. Да ладно, ты реально за мной побежишь? А ну несерьезно, несерьезно это. Вон точка уже подсвечивается. Так, мне надо вот здесь свернуть. Итак, скоро подъезжаем. Я думаю, за 100 метров бросим на машину и прогуляемся пешочком. Неизвестно, как там военные окопались, где они тусуют. А вот мы здесь бросим машину. А действительно, давайте здесь ее и бросим. Ох ты, нифига себе, как я зарулил. Ну-ка еще раз. Да не, второй раз не буду. Да, здесь как раз есть один автомобиль. Вот здесь мы ее и оставим. Хорош уже. Так, а что в этом автомобиле? Давайте глянем. Пусто. Но топливо есть. О, я вижу в доме. Ремнабор. Набор инструментов. Ну не смог я мимо него пройти. А действительно, он стоит-то дорого. Пусть будет. Ну что, я готов. До Литвиновки тут не так уж и долго идти. 370 метров. Так, на карте примерно видно три точки. Ну, три треугольника. Это значит, там трое военных. Но не факт, не факт. Надеюсь, я их отличу издалека. Хотя да, они же должны подсвечиваться. Ну тогда вообще вопросов никаких. Издалека их снимем. И забрать пушку Гаусса. Вот интересно, если пушку Гаусса не забирать, а просто дать ему та, которая у меня. У меня же где-то валялась пушка Гаусса. А, не, я в предыдущей ходке вроде ее угробил. Ну да, точно. Когда с военными воевал. Ладно, идем потихоньку. В какой-то веке я решил ноги размять, пробежаться, а то все на машине, да на машине. Итак, я подхожу к Литвиновке. Надеюсь, вот здесь на холме будет достаточно остановиться. Токсичный туман, да ё-моё. А я не взял с собой ничего. Ладно, для начала убьем военных, а там решим. Ну и где их искать? Я думаю, с этого холма будет прям идеально. Так, военные. Еще ближе подходить придется. Но я вижу медведя только.
Ну, надо, наверное, на определенное расстояние подойти. А вот вижу одного военного. Нет, еще ближе надо. Вижу, но он вдалеке стоит. Еще ближе. Блин, а холмик так хорошо тут отсюда. Вон еще одного военного вижу. А, вот-вот-вот, вижу их. Так. Вон они. Кого убивать тут? Мародер. Мирный. Военный. Ага. Так, ну что же. Это кто? Это кто стреляет? Военный? Непонятно. Ближе подойди, да. Блин, куда ж ты? Есть. Так, ну что, а троих мы заколбасили, да? Давайте посмотрим задание. Забрать пушку Гаусса. А вот если я туда пойду, меня там не хлопнут? Они сдохнули ли я там? Вот какой надо вопрос задавать. Когда идешь в токсичный туман. Бегом тогда, по-другому никак. Бегом, сталкер. 50 метров, не умрешь? Даже без противогаза. Давай, давай, быстрей. Лутать их времени нету. Откуда ты нарисовался? Валим отсюда быстрей. Итак, я добавил предмет. Заберите награду за... Вот если я сейчас сдохну, вот это будет номер. Да я знаю, что необходимо лечение. Давай, быстрей. Быстрей, сталкер. Главное, не умри. Сейчас решается. Умру я или нет. Помогает. Хотя нет, помогает, помогает. Давайте еще одну аптеку. Фух, вроде пронесло. Да, токсичное заражение мигает зеленым. Это значит, все нормально. Я сейчас применяю аптеку, и Красный Крест должен исчезнуть. Да, фух, пронесло. Вот что значит по токсичному туману без противогаза бегать. Ну, у меня даже маски не было. Но зато я добыл Гаусс-пушку. И верните Гаусс-пушку Михаилу. Да, теперь нужно просто дойти, доехать. До базы сейчас добежим. До машины. Блин, крест у меня серого цвета. Это плохо. Ну, на машине, я думаю, успею доехать. А все-таки токсичный туман. Штука жесткая. Бежим за автомобилем, за своим. И валим на полных парах на базу. Я вот думаю, может быть, сначала заехать на базу мирных. Тут все-таки ближе будет. Съесть аптечку. Так, а у меня... Блин, у меня нет с собой мяса. Стоп. Я здесь убил собаку, значит, должно быть мясо. А, спички. Я спички выложил. Да, блин. Сейчас были бы спички, можно было приготовить мясо по-быстрому. А давайте зайдем в дом, посмотрим. Мясо есть, вот оно. Теперь мне нужны спички. А вот спички я выложил. Ну, что-то не подумал, что такая ситуация может возникнуть. Спички, спички.
Спички или зажигалка? Ну нет, я здесь был уже. Хорошо. Давайте не будем тратить время. Просто поехали отсюда. Давайте доедем до поселения Мирных сначала. Съедим там аптеку по-быстрому и уже спокойно поедем к нейтралам. Скоро я сам стану нейтралом. Интересно прям. Ах, дерево проехал. Состояние здоровья ухудшилось. Да я знаю, я еду за аптекой. Мне до базы бы доехать. Умереть-то не страшно, можно вернуться, но вот квест... Квест будет не сдан. Едем быстро на базу, осталось буквально чуть-чуть. Ну, я думаю, выживу. Крест все-таки серый. Серый — это не смертельно, это что-то среднее между жизнью и смертью. Поэтому до базы доеду. Можно даже сразу поехать к нейтралам, но так как я уже почти приехал. Машину совсем угроблю. Да, пока еще держится малышка. Давайте что-нибудь съедим. Ну, а можно и аптеку использовать. С этим проблем нет. Да, вот у меня есть аптечка. Давайте ее используем до конца, уже вылечимся. Итак, будем надеяться, это последнее задание. Вернем сейчас гаусс-пушку Михаилу Ивановичу. Деньги как раз получим. А, я бы там еще в деревне полутал, конечно, трупы, но не судьба. Так, тут какие-то квесты даешь, ну-ка. Ну, как обычно, пеленгатор и все остальное. Мы это уже проходили. Что, врезался, что ли? Ладно, немножко подлечились, а теперь я полностью здоров. Поехали. В пункт сбора. Я переживал, мне бензина не хватит. Прям за глаза. А вот тут управление машиной стало, конечно, уже не акти. Когда она ломается, управление становится все сложнее и сложнее. Плохо руля слушается. Здесь особо и не нужен этот руль. Машину, в принципе, можно даже и добить. Но пока не будем этого делать. Не факт. Вдруг будет еще один какой-нибудь квест. Хотя, я думаю, это уже конец. То есть это четвертый квест. Для того, чтобы стать нейтралом, посмотрим. Может быть, действительно, это еще не конец и будет какое-либо продолжение. Но что-то мне подсказывает, что это все. Сейчас доедем, узнаем, не будем гадать заранее.
Ну что, вот я и на месте. Давайте поближе к воротам подъедем. Так вот. Так, а что тут, забрать чем-нибудь нужно? Да, давайте заберем. Подойду сейчас к Михаилу Ивановичу. Привет, чувак. Я все выполнил. А вот и мой Гаусс. Ну что, а здорово у тебя все получается. Передохни немного, а потом будем с тобой итоги подводить. Забрать награду. Итак, я выполнил задание по-настоящему деликатное. Работа. Доступно задание почти нейтрал. Нет, выходит, это не последний был квест. Чувствую, мне придется машину ремонтировать сейчас. Ладно, давайте поглядим. Только давайте антитоксин возьмем, да. Аптек. И, конечно же, сменим экипировку. Для меня более привычно. Это противогаз. И химкостюм. Так, ну антитоксин давайте скинем. Так, я переоделся. И сейчас подведем итоги. Может быть, какой-то квест еще один даст мне. А ты думал, что и все на этом? Ну нет, есть еще одна задача. Дело совсем за малым. Подпоить местное начальство и закрепить твой статус поселения. А дальше гуляй и делай, что хочешь. Всего-то осталось только бухла раздобыть. Отправляйся в Квашино, там поищи, а потом в Березки. В Березках, если повезет, много чего еще найти можно. Блин, это нужно искать, да? Интересно, они там будут меня ждать или мне надо просто их найти? Я видел эти бутылки, и одну, и вторую. Я даже знаю примерно, где они могут быть. В Квашино, в Березке. Принять. Все, все, понял, принял, зауважал. Черт, придется машину ремонтировать, прям как знал. В общем, это пятое задание для того, чтобы стать нейтралом. И вот это задание, скорее всего, будет последнее, да. Найти бухло. А куда же в нашем мире без бухлишка? Найти алкоголь. А купить не получится его? Давайте посмотрим карту. Отображается на карте? Нет. На карте отображаются точки, значит, нужно приехать туда и взять его. Это в Квашино и в Березки. Ну, блин, куда же без Березок? Ну что, погнали. Да, машина здесь нужна, конечно же. Так, заправиться. Заправиться? Нет, заправляться мы не будем. А вот ремонтировать... Блин, даже не знаю, может быть и не ремонтировать ее? Лишний ремнабор тратить. Ну, с другой стороны... Она столько меня выручала. Давайте ее отремаем, да? Почему бы и нет? Ремонтируйся, машинка. Ты мне еще пригодишься. А мы поедем сейчас искать алкоголь. Задание почти нейтрал. А кто бы сомневался? Все, машина готова. Бензин 4 литра. Хватит 4 литра нам доехать? Да, я думаю, хватит. Ну, а если не хватит, в Березках всегда есть машина. Сядем-то доедем, не вопрос. Ладно, едем за бутылкой в Квашино. За бутылкой. Это пятый квест. Ну, и, скорее всего, это квест уже последний, да. То есть 5 квестов нужно сделать, чтобы стать нейтралом. Не такие же они и сложные. Она не в магазине, что ли? О, а там рюкзачок, я смотрю, хороший. Нет, я не могу пройти мимо рюкзачка. Тем более, это мой любимый. Я с таким как раз и предпочитаю бегать. Во. Давайте заберем. Нам больше нам ничего не нужно. И, конечно, нужно посмотреть, нет ли...
А вот и инструменты. Пожалуйста. Ну да, здесь частенько бывают инструменты. Так, это что, варенье? Не, варенье не люблю. А слишком сладкое, после него пить охота. Я так понимаю, нам надо в дом залезть. Я-то думал, почему-то в магазине. Вот здесь в продуктах я находил. И здесь и березка в магазин продукты есть. Я находил и бутылку водки, и портвейна. Я не знаю, сработало бы этот квест, если бы они у меня были уже. Или нужно все равно посетить эти точки. Нет, скорее всего, наверное, нужно посетить. Не просто же так они появились. Я нашел бутылку водки. Ну что, а теперь нужно рвануть в березке. Поехали. Здесь мы проедем. А, куда я денусь? А по этой дороге поеду. Вот чем мне нравится АК. Можно проехать даже в таком маленьком месте. Что, едем березки? За, я так понимаю, за портвейном, да? За портвейном. Ну чё, пёс, догоняй. Уже стемнело, а я всё ездю за бухлом. Ночью же не продают. Но здесь, возможно, всё. Ну что, рискнуть проехать. Там можно утонуть. Да, давайте поэтому не будем рисковать и лучше объедем. Там не только можно утонуть, там могут и убить. Все-таки это АК. Она простреливается. И простреливается нифигово, кстати. Да, если немножко замешкаться, врезаться куда-нибудь в камень или в забор, пока будешь объезжать, тебя убьют. Поэтому мародеров мы обогнем. Я думаю, будет это лучшим решением. Ну его нафиг. А буквально все уже закончил, и умереть на последнем этапе неохота. Вот я лучше сделаю такой крюк. О, врезался. Про что я и говорил. Умереть как нифиг делать. Вот мы и на месте. Ох, ох, как меня занесло нехило. Блин, а я здесь не проеду, да? Пусик. Да, я здесь не проеду, но я и не буду проезжать. Я брошу машину, тем более топливо, смотрите, кончилось. Прощай, машинка, ты мне послужила хорошую службу. Пойду пешком. А тем более здесь недалеко, на обратном пути поедем уже на другой машине. Мы-то здесь пройдем. Конечно, куда мы денемся. Итак, ага, вон мне куда нужно. Ну что, пойдем искать бухлишко. За бухлишком ноги сами несутся. Так, ну за бухлишком мы не пойдем, мы за ним поедем. Не знаю, какой там автомобиль, если там не Урал. Так, стоп, Урал.
А мы же тут были сегодня, да? Да, и там стоял Урал. Что, неужели на Урале придется ехать? Ах, не хотелось бы. Неповоротливая эта машина. С другой стороны. Зато не убьют. Да, стоит Урал. Ну что, поедем на Урале. Да, я же был сегодня здесь. Надеюсь, бензина хватит. О, да тут даже и ключи есть. Бензин 10 литров. Ну, как обычно. Поехали за бухлишком. Бухлишка у нас... О, вон аж где. А, раз, два, три, третий дом. А это не в ДК, случайно? Берись. Чё ты не берешься? Портвейн. Итак, я взял необходимое количество вещей и нужно принести алкоголь сталкеру. Поехали в пункт сбора. Да, на таком, конечно, можно свободно ездить. Сейчас по дороге, может быть, пару мародеров задавим. А почему бы и нет? И не утонем. Нет, кстати, вот Урал я сейчас утоплю где-нибудь. Я даже знаю где-нибудь. Я даже знаю где. Как раз проверю, насколько глубока кроличья нора. Ага. Да, насколько глубоко то болото, куда мы заедем. Это не здесь. Немножко подальше. Тут-то не глубоко. Что? Есть, одного задавили. Блин. Давай, давай, ты же Урал, ты должен. Да ладно, что, застрял, что ли? Давай, 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 поднажми. Стреляют. Да, здесь никак застревать нельзя. Потому что застрелят на раз-два. Вот что значит Урал, неповоротливая машина. Сейчас выйдем. О, выехали. Все, едем дальше. Топить мы будем вот в этом болоте его. Доехать бы до туда еще. А куда мы денемся? Доедем сейчас. Да, всегда хотел вот именно в том озере утопить автомобиль. Аку я там топил, УАЗик топил, а вот что-то покрупнее. Не буду я их давить. Мне они особо не нужны. Так, где бы здесь... Вот, это озеро. Вот в этом озере хочу утопить этот Урал. Тем более, осталось тут дойти немного. Я и пешком дойду. А вот Урал утопить, это будет интересно. Если он утонет, конечно.
Причина смерти сбит. Да. Интересное кино получилось. У меня даже слов нету. Ну что, давайте возродимся. Итак, я умер. А так получилось, что утопил Урал. И он в процессе утопления меня сбил. Осталось буквально проехать немного, чтобы сдать квест. Но я решил утопить машину. В итоге умер. И в итоге квест провален. Давайте посмотрим. Да нет, сейчас он мне не даст этот квест. Ну, можно сказать, всю линейку квестов до нейтрала мы прошли. Я бы сейчас отдал ему бутылку. И одну, и вторую. И он бы сделал меня нейтралом. В принципе, на этом ясно. Я, конечно, их пройду в очередной раз, когда они мне будут доступны. Но не сейчас. Чуть попозже они будут доступны через некоторое время. Если нужно будет проходить полностью всю линейку, я пройду ее еще раз. И в итоге стану нейтралом. Ну, а в следующей ходке я уже буду нейтралом. И, конечно же, буду выживать нейтралом. Да, вот как-то так получилось. Ладно, на этом все, сталкеры. Я сейчас вернусь. Заберу свои вещи. Надеюсь, я все-таки утонул не прям глубоко, а рядом с берегом. Вроде где-то рядом с берегом. Значит, может повезти, и вещи заберу. Если нет, ну ничего страшного в этом нету. Давайте сейчас вернемся, посмотрим. Да, эпичный конец получился. Вот надо было сначала вернуться, сдать квест. Ну ладно. Зато мы знаем, какая линейка квестов. Если что, будет, в принципе, интересно пройти ее еще раз. Сейчас добегу я до места затопления. Взял с собой вот Сайгу. Сайга, кстати, неплохая пушка. И мутантов, животных стрелять, и сталкеров так вот постреливать иногда. Нормально, можно. Получше, чем вепрь будет. Так. А, ну да, все правильно, я бегу. Где-то здесь я утоп. Да, скорее всего так получилось, что я выпрыгнул из машины, а меня она еще сверху стукнула. О, гуманитарка. Не, далеко слишком. Да, а меня она сверху стукнула. Бывает такое у этих машин. Они же большие. А если бы я был бы на каком-нибудь оке, она просто утонула бы, а я бы всплыл. Но вот тут получилось немножко по-другому. Мне вот интересно, где мой труп. Если рядом с берегом, то получится вещи достать. Если нет, то нет. Давайте доплывем. Вот, кстати, и автомобиль. Нехило улетело от берега, смотрите. Вот он. О, я могу сесть в автомобиль. Нет, не могу. Но я стою на автомобиле. Так, а мой труп? А где мой труп? Я теперь отсюда выплыть не могу. Смотрите, что такое? Что происходит? Не пойму, короче. А, вот. А застрял я там, в общем, в кузове. Кузов немножко над водой торчит. А мой труп... Мой труп неизвестно где. И есть ли он вообще здесь? Непонятно. Может быть, он валяется где-нибудь на дне реки. А вон он, кстати. Но на берегу его явно нету. А где-то здесь я, да? Разогнался как раз и спрыгнул в воду. Вот примерно тут. Ну, на этом все, сталкеры. Покойся с миром, мой Урал. Труп мой тоже где-то там. А достать я, конечно, его не смогу уже. Возвращаюсь на базу и будем отдыхать. Всем до встречи, всем пока, увидимся.